За третий квартал этого года Карачаево-Черкесия экспортировала 736 тонн молочной продукции, сливочное масло, айран и кефир. Контролировали весь процесс отправки Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Они досмотрели 137 партий. Сегодня состоялась очередная отгрузка экспорта. На что обращают внимание специалисты в ходе досмотра, расскажет Альбина Ламкова. Высокие поставки молочки из республики – результат хорошего качества наших продуктов. Оно достигается благодаря использованию современных технологий, тщательному контролю на каждом этапе производства и профессионализму сотрудников компании. Еще наши производители выполняют обязательства в срок, что не может сказаться в крепости партнерских отношений. Стараемся и будем стараться дальше улучшать свою работу. Какая молочная продукция пользуется наибольшей популярностью у стран-экспортеров? Знаете, у каждого региона есть свои предпочтения, и также присутствует сезонность. В летнее время кисломолочная продукция пользуется огромным спросом. В любой стране, можно так сказать, в России в том числе. Ну, если отранжировать продукцию, тогда кисломолочная продукция, сметана. Рассматриваемая отрасль достаточно активная. Изменения в ней происходят почти каждый день. Вводятся новые правила и требования. Им нужно строго придерживаться, сказал Радмир Джебабов. Это в первую очередь точность работы в холодильной камере. Для молочной продукции нужно строго поддерживать температурный режим, а также влажность и уровень освещения. Над каждой партией молочки есть определенные QR-коды. Это не знак честного знака. Это определенные штрихи, в них содержатся необходимые параметры. Фактически, автоматизация производства в компании позволяет минимизировать ошибки в документах, сократить время обработки заказов от получения продукции до формирования юридически значимых документов. В таком случае недопонимания с клиентами нет. Все по заявке и на 100%. Представляете, все приходилось в ручном режиме высматривать дату, там и так высчитывать далее, высчитывать все, количество. Да? А тут ты на экране все увидел, нашел, что нужно, выкатил, забрал. Процедура поставки экспорта налажена и с надзорными органами, так как предприниматели в этом направлении работают четко, без заминок. На каждую отгрузку готовят необходимые пакеты документов. Заявку подают в электронном виде. Затем специалисты Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора по Карачаево-Черкесии проводят досмотр отгружаемого товара. Уже в этом году за третий квартал было отправлено 736 тонн молочной продукции. Эксперты внимательно проводят работу, так как качество продукта – это визитная карточка нашего региона, которая помогает завоевывать доверие и признание на международных рынках, отмечают специалисты. Основными экспортерами у нас являются это Абхазия, Азербайджан и Казахстан. Но самый большой объем продукции уходит у нас это в республику Абхазия. За 2024 год было досмотрено 319 партий и 1622 тонны молочной продукции, которая была отправлена на экспорт. Аюб Каблахов отметил, что объем экспорта молочной продукции из Карачаева-Черкесии в этом году вырос на 1,2% по сравнению с показателями 2023 года. На этом этапе что вы проверяете? Дату выработки, сроки годности, этикетка. Все в порядке? Конечно. Замечаний нету. В ходе досмотра груза и транспортного средства нарушения не выявили. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающий качество и безопасность ветеринарного груза. Весь объем соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза и ветеринарно-санитарным требованиям стран-импортеров. И уже завтра жители соседней страны смогут насладиться вкусом наших молочных продуктов. Альбина Ламкова, Михак Аракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгейский район.